Здравствуйте, друзья! На связи с вами снова Сергей Куликов, он же моряк, и это фокусы от моряка.ру. Подошел к концу месяц июль, и я рад награждать победителей июльских конкурсов. Напоминаю, что это будет 3 лучших комментатора на канале и один случайный счастливчик, который победил в конкурсе в магазинчике «Карт моряка». Как обычно, не будем долго слушать мою болтовню, прямо сейчас перейдем и посмотрим, кому же судьба улыбнулась в этом месяце. А удача улыбнулась в этом месяце следующим матросам. Итак, место номер 3, комментарий, который был прикольный, написал матрос под ником Даниил Зет. Даниил Зет и его комментарий к моему недавнему видосику 6 лайфхаков, как со 100%, которые 100% дадут вам выиграть в спорах. Итак, что же получает Даниил Зет? Даниил Зет из сундука моряка получает хорошую колоду. Хорошую колоду, которая называется Bicycle Seconds. Друзья, по факту это те же самые байсиклы стандарты. Но возможен дефект печати в данной колоде. Это встречается крайне редко, поэтому по факту те же самые байсиклы стандарты. Даниил Зет, карты классные. Для тренировок они, конечно, подойдут. И для фокусов тоже. Итак, место номер 2. Место номер 2. Кому же досталось это местечко? Кому же досталось серебро в нашем конкурсе? И это матрос под ником Сергей Фролов. Сергей Фролов и его комментарий к моему бессмертному видео «Любовный фокус с 10 картами». Итак, что же получает Сергей Фролов? А Сергей Фролов из сундука моряка получает вот такую колоду, которая называется Талихо Фанбэк красного цвета. Отличные карты для тренировок и для фокусов, Сергей. Я вас искренне поздравляю, вы молодец. Ну что ж, а кто на первом месте? Давайте, конечно же, посмотрим, кто повесит на шею золотую медаль нашего конкурса. И это матрос под ником Биг Шу. Биг Шу, да? Большой Шу. Наверное, это китаец. Биг Шу и его комментарий к моему видосу недавнему. 3 простых фокуса, которые ты выучишь за 15 минут. Итак, что же получает матрос под ником Биг Шу? Биг Шу я подарю за такой прикольный комментарий не менее классную колоду, которая называется Bicycle Guardians. Обалденные карты. Биг Шу, я вас поздравляю. Реально заслуженная победа и заслуженная колода. Ну а теперь давайте посмотрим, кто же стал у нас самым счастливым, самым везучим матросом, которому удача весь месяц благоволила. Итак, внимание на экран. Итак, друзья, давайте посмотрим, кто же стал победителем в этом месяце, точнее же в ушедшем месяце в июле, и кому удача улыбнулась и действительно благоволила ему весь месяц. Но прежде чем мы начнем, я хочу сказать, что конкурс в магазине карт, естественно, продолжается. То есть, обратите внимание, с 1 августа по 31 августа включительно конкурс проходит далее. В месяце августе призом будет колода Bicycle Shadow Masters, поэтому все те, кто не победит, ради бога участвуйте, колода офигенная, также кому-то из вас повезет, и вы ее получите. Ну что ж, а теперь вернемся к нашему июльскому победителю. Итак, возьмем наших кандидатов. Вот они у меня здесь все в списочек выписаны. Много участников, и это похвально, потому что колода очень-очень-очень достойная. Тайкун — это нереально крутые картишки. Ну, действительно, их стоит иметь в коллекции. Итак, вот наши участники. Вот они все. Давайте выберем одного победителя. Да, стоит у меня здесь цифра 1. Жмем «Выбрать». Па-бам! И кто же это у нас? И побеждает у нас Кирилл Ледяев из города Сургут. Ну что ж, Кирилл, я вас поздравляю. Колода Тайкун красного цвета отныне ваша. А теперь давайте перейдем и, конечно же, поздравим нашего победителя. Как вы поняли, данный матрос скрывается под ником Ледяев Кирилл. Ледяев Кирилл, он получает
Блин, реально обалденные карты. Вот реально обалденные карты. Это карты Тайкун красного цвета от Теории 11. Уважаемый Кирилл, я вас от души поздравляю, вы большой молодец. Удача вам улыбнулась. Видимо, вы по жизни везучий человек. Ну что ж, наши комментаторы и наш везунчик получают свои колоды. Друзья, кто не победил, не отчаивайтесь. В июле, в августе все те же конкурсы продолжаются. Конкурс на трех лучших комментаторов и конкурс счастливого покупателя в магазине «Карт моряка». Обязательно участвуйте, переходите в магазин, читайте условия конкурса. Ну а на связи с вами был Сергей Куликов, он же моряк, и да хранят вас боги моря и небес. Пока-пока!